Школьники и студенты подсказали полицейским, как поймать киберпреступников. В Алматинской академии МВД проходит масштабный форум, на котором обсуждают новые угрозы в обществе и меры предосторожности. Участвует 450 молодых людей из разных городов республики. Этот форум «Один день с полицией», чтобы они посмотрели, во-первых, работу полиции, во-вторых, внесли свои предложения. Очень много дельных предложений по пресечению уголовных правонарушений, в том числе и путем интернет-мошенничества. Думаю, что сегодня самое главное, что они неравнодушны, готовы вот сотрудничать. По словам Ахмеджанова, в последнее время растет количество онлайн-преступлений. Через интернет злоумышленники продают наркотики, вербуют в экстремистские организации, оформляют на посторонних кредиты и выводят деньги за рубеж. Как их легче ловить, знают будущие IT-специалисты. Они поделились с полицейскими профессиональными секретами. А после министр наградил победителей республиканских конкурсов среди старшеклассников. Форум в Алматы завершится завтра. В течение 2 лет его планируют провести во всех регионах страны.